Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции организовали занятия по правилам дорожного движения в коррекционном детском саду номер 40 города Одинцова в преддверии Международного дня Белой Трости. Автоинспекторы вместе со сказочными героями провели тематические конкурсы и викторину для ребят. Дети наперебой отвечали на вопросы, отгадывали дорожные загадки и даже побывали в стране безопасных дорог. Главная цель такого урока в понятной игровой форме – закрепить навыки безопасного поведения вблизи проезжей части.